Реально самый лучший для ПВЕ, по сути. Два крит. Два крита, два к хилу. Вообще воргены мне больше нравятся. Хочу воргена. Или хотя бы в двери проходить, блин. Оля ШП, заметку писать. Да, я потом ДЦ сделаю. Так, я готова шутить, потому что я опять просрала наложение чар, где здесь. Еще как назло этих штучек нет, у кого спросить. Так, сейчас минутку отойду. Наложение чар — это вот в сторону трала идти. Как от трала выходишь напрямую, если поймешь. Вот в Нет, этом. я на черт еще. А, начертание, там, наверное, где-то поверху надо пройтись. От Да банка я в же сторону. была там. Там слева идет подъем такой. Да, я была там. Там по-любому. Я там была, я там нашла начерт. Ну я же говорю, вот еще одно нахожу, всегда другое. Все, я ищу наложение чары не начерт, сейчас я на него наткнусь. Нашла. Ты часто искала начертания, но нашла наложение чар. То, что на самом деле хотел найти. Да, вот. Ну, не знаю, я, короче, как это херня работает. Так, я могу пока делать только свитки. На 80 я смогу тебе сделать свиток духовного созвучия. У тебя будет мана. Есть что. Кайф. И не важно, что ты не хил. Ну все, я готов. А я нет. Я сейчас до банка дойду. Иду траву, может, пособираю. Не-не, я не настолько долго. Мне просто одну штучку надо из банка забрать. Так, банк, это же надо посмотреть, сколько там чего. Сколько он там. Нет, не этот банк. Сотка, первая ячейка, нифига себе. Я сильно, я сделала себе жезл, все можем рекать. И что они хотят сказать, ДД нету? Хила. Хила, ты ДД? Конечно, я же не больная. А, точно. Я же не больная. А я отхилила свою. Меня вчера обосрали за то, какие у меня камни в леме. А я говорю, ну типа, ну блин, у меня два спека хила, что-то хочет, шмотки все парные. И это была ошибкой, потому что мне сказали, ну, хиль. Ну тогда пока регается, буду начерт себе кучать. Если что, принимаю всю траву бесплатно, без регистрации. Пока вот этот серебролист, мироцвет, они тебе подходят по уровню, да?
Ну, то есть ты мне говори, да. Когда типа с этим, с этой траву хорош, давай другую там. Хотя, конечно, я вряд ли смогу постоянно поставлять. Да не, я как раз еду, где я помню, что она была. А у нас же жезлы наши только я? Ну да. У меня скопилось очень много руды, медной и оловянной, и всяких камней. Вот не выкидывай, я сейчас еще одну профу качну и соберу. 96 ячеек в одной, как она называется, в первой ячейке, ну во всех ячейках гильдбанка, первая ячейка стоит 100 голд. Вот если будет ячейка, можно будет туда, ну как типа в буфер закидывать что-то с проф на первое время. Но я вот не знаю, 100 голд еще собрать надо. Сейчас берем со временем. Да, в принципе, там что, там за 40, за 50 уровень уже побольше будет голды падать. У меня 5 копеек. А уже можно говорить, что я хочу до пятой? Или еще рано? Можно. Пятого подождать. Ну, кстати, Денис не рассказывал, у меня сова будет. Живая или... Нет, спек совы. Гильда решила, что я хочу играть с совой. Понял. А ты Минского не застал в путниках? Маг. Угу. Вот он тоже планирует прийти сюда. Хорош. Он там был в какой-то командировке вроде, да? Нет, он просто решил, что реальная жизнь нужна. А, ну сейчас не нужна уже. Ну, сейчас по игре соскучился. Я помню, он, ему понравилась моя песня, поэтому я его никогда не забуду. Вообще, я очень хочу в кузню яму обычку. Ко мне подошел Хан, просто чтобы я его похилила. Да, это уровень. Кем надо быть, чтобы закинуть траву в гору, чтобы нельзя было туда залезть?
Чего он вот этот человек имел в виду? Где можно на париках магу прокачаться? А можно еще раз? Тут в ЛФГ пишет маг. Где можно на париках магу прокачаться? Может, он просто... Бля, пытается спросить, где по фастику прокачаться. Ну, ой, понятно. У нас там инст кто-то не принимает. Глава. Бля. Ух ты. Угадай, где мы, Денис? Гном Риган, я вижу вас. Я смотрю стрим. Все плохо. Мы тут недавно проходили под чутким руководством Саши. Она прям хороший путь нашла. Знает. Я за всю свою игру и сколько я качалась, ни разу этот инст до фула не прошла. У нас все психуют, всегда и ливают. Значит, она говорила, что вот тут надо типа направо, на прыгать прям вниз, на шестеренку попасть. Потом по шестеренке, на прям на насквозь пройти эту комнату. Но это если фастранить, а так-то с мобов опыта очень много идет. Плюс лут с боссов есть. Мы же все-таки голые. Не знаю. Ой, я уровень подняла. Да, то есть трэш почистить вообще не лишним будет. Главное, чтобы сумки были, а то я смотрю, у кого-то сумок вообще нету. У меня две сумки на 6 ячеек. Вот-вот, а хорош. А я купил тебе по 8. Наш человек. Ну мне тоже Денис дал 10 голд. Получается, из них сейчас 10 голд и 66 серебра есть. Ну сумки я не знаю, сколько сейчас стоят. Там на сколько? На 10 ячеек, да, продаются? Я у дешманки по 8 купила ячеек за 66 голды. Погоди, чего? Какие 66 голды? Ой, ну серебра. Здрасте. Так, я, кажется, если не путаю, 10-слотовая сумочка стоит 25 серебра. Но у меня 8 слотовые, я давно их покупал. Ну вот тут рога хоть с разного 100. Она мне тут, Саша, про какие-то бомбы рассказала. Ну, то есть, там мы встречали в этом месте. Я думаю, без индикатора здоровья я бы их пропустил и всех бы вайпнул. На них наступать нельзя. Я, правда, не помню, куда идти и куда я иду вообще. Ну, очень хорошо, что мы это выяснили. Из инстов, из таких маленьких, помню Марадон хорошо. Мой любимый инст. Ну что вам сказать, я когда первого персонажа качал, был где-то как раз 35, там 40 уровень. Попытался пройти вот к Номриган, я там соло ходил на один. Все мои друзья там уже 70 уровень, там сидели, жаль, наверное, типа, что так медленно качаешься и так далее. А я в это время терял время вот в этих инстах. Просто ходил там, пытался что-то делать. Было сложно. Вот Марадон то же самое. Но сам инст я так и не был. Просто там побродил. Вот буквально, ну, позавчера, получается.
Вот, Сашей. Я этот инс первый раз прошел хоть как-то. Вообще? Ага. Показывает, что босс в другой стороне. Там спуск какой-то же вроде. Ну да, тут как раз сейчас на первый уровень будет спускаться, по сути. Или можно наверх даже вроде. Тут вроде спрыгнуть можно. Ну вот тот путь, который мы прошли с Сашей. Мы там спрыгнули вниз. Кто-то ливнул или улевнул? Да, робот ливнул. Я пока не могу использовать эту способность. Ну как раз и не хотел, да он и не дамажил особо. Я тут дамажу больше всех. Что это за милипузики? Это воин. Они просто провалились, да? Еще страдать до 33 уровня, лишь бы этот инс больше не ревнулся. Это да. Денис, а ты что делаешь? Я собираю руду, надо мне прокачать немного профу и хочу вот эту вот тренинку сделать.
А, она, конечно, бесполезная, но... Мне... Маханёшь, может, в гильду? Будь интересно. Ты показывал. Я не видела. Чего вот они ходят, как дурачки? Всего так, так. Не очень много. У меня-то распыл есть, я так что такая. Кто же будет? Почему мы были? Не особенно вредит так часто. Тут конечно себе фул прокачивает. Да блин, кто такой молодец? Следите за новостями из провинции. Там памятник Алёнушке. Не слышали? А Иванушки нет? Нет, кстати, первый раз все слышу. Ну тут вообще как бы памятник Алёнушке поставили, еще памятник Снегурочке. Вот. Короче. Эти памятники уже вышли ужасными, кошмарными. Они достойны самых крутых, нет, самых страшных и отвратительных блокбастеров, триллеров. Ты живешь в России, тут все страшно. Простояли эти, то есть стоили эти памятники около миллиона. Нет, один, ну да, Алёнушке миллион стоит, а Снегурочке не знаю сколько. Вот. И через пару дней после того, как поставили памятник Алёнушке, его решили купить. И тут... выделили на это миллион? Не знаю, сколько нам выделили на демонтаж, вроде несколько. Даже кто-то там пытался его, ну, хотел, имел такое намерение выкупить его для того, чтобы поставить возле своего ипподрома, чтобы завлекать людей. Mm-hmm. Потому что в целом, как бы, к памятнику интерес был, но как бы такой типа поржать и фотографироваться на фоне. Вот. А так он ночью он реально мог людей довести там до инфаркта, я не знаю. Рожа там была очень страшная. Сейчас я скину даже отрывок. Этого уже я не смогу передать словами. Просто как человек ворвался в кадр. Просто нереально. Мы пойдем липкую муть убивать в мышином зале? Хоть куда. Тогда пойдем по карте. Если им нажмешь, увидишь, про что я говорю. Просто, по-моему, оттуда можно как раз пойти дальше. Так. Где пусковая установка? А, нет. Липкая муть. Да, машинный зал. А мы сейчас в спальнях. Да, по сути, туда. И потом через крошер вот этот надо проходить, да? Ну, получается, что так. Вот. Там сразу тайм-код. Ёпта, аж смотреть страшно. Ах ты жопа, ты же 27 уровень. Так тут липкая муть? Нет. А куда я пошел тогда? Вот, не туда. Я понял. Там квесты и челики сдают спокойно. Я
меня 0 квестов. Так их взять сначала нужно здесь. Потом сюда же вернуться и сдать. Это что значит, второй раз надо проходить? Да. Так, я что-то не понимаю. Не сагрится, да? Нет, они не агрятся. Так, что это? Покрытый грязью предмет. Что-то произошло, короче. Ого. Так, но он опыт один раз только дает. Чё в коробке? Круто. О, еще вон там квесты. Это то же самое, поди. Я пока не могу использовать эту способность. Но больше ярости. А вот где-то другие квесты или те же самые? Такой же, тоже на один раз опыта. Ага. Он там опять сагрил. Ну вот тут прямо где-то босс. Что-то мобы вообще странные, тут да ту это укатываются. И босс такой же дурачок. Где босс увидел? И это не босс? А, это не босс. Thank you.
как и где он. Ну вот он, похож. Тут легкомуть, да? Принял. Что-то он какой-то слабый. Или это мы просто сильные? Да, походу мы сильные. Так, а теперь нам вот тут проход где-то. Вон в тот прямо, если смотреть, куда я смотрю. Уху бы какую-то выбить. Еще я не могу поесть, потому что я вечно не могу. И здесь поле тоже ничего не могу. Нам не туда. Не сюда, где вот эти красные? Ну вот где красные, они в другую сторону. Какой-то робот, по-моему. Так, а если по низу идти, то нормально будет или надо сбоку идти? Го по низу. Я просто не помню, сбоку они сагрятся, нет? Мы узнаем обязательно. Вроде стоят, не агрятся. А еще из-за вечного боя не могу поесть. Лох, красавчик. Я
Какой-то моб где-то забагался в текстурах и будет. Локу-то хорошо, он ману конвертирует. На шамане какой-то моб висит. Лук вообще самодостаточный, себя хилит, ману резает. Че у тебя там 27 есть? Ну что уже покопить? Нет, мне еще полторы нужно. Ну если с каждого по 400, по 500 будет падать, то... Там вот этот работает монорик, в который зеленая рука такая в шипой ветке. Ну, нам надо с какого-то боку обойти, спуститься, и будет босс. Надо подождать. О, да, 93 опыта упало, пушка. В общем, право, лево, лево, право. И все. Думаю, право. Денис, а ты тут еще? Да. Тут, по-моему, даже прыгать можно, если не ошибаюсь. О, можно. Я а еще... мы не умрем? Ой, прыгни, пожалуйста, а то я сейчас умру. Я создал персонажа с ником Банкмен. Хорош, хорош. Хватает место в сумках и в банке. Сейчас введу его в почтовый ящик, чтобы кидать ему. Я не ожидала, что я так я пропрыгнула. Все, пушка, не фулмана. Так, где-то в центре босс, да? Да. А мне вот интересно, на каком уровне у меня обычно появится? 40-й, что ли? 40-й уровень. Я пока не могу использовать эту способность. Я 27 уже. У меня с 30-го рывочек будет мой любимый. Чардж, бэш, покинуть тело.
Это прям любимый у Дениса, да, Денис? Эй. Да не в обиду же. Нет, тут я не могу отправить его, потому что он не 10 уровня, видите ли. Да, я тоже хотела. Да, прокачивать. Ну, 10 не так долго, а это девать теперь. Качаться до 10 и страдать. Представь, сколько людей делают то же самое, да? А чё мы в круговую просто херачим, да? Мне карта сломалась. Не могу сказать, куда нам повернуть. Но по идее где-то тут прям босс. Денис, ты же его вчера убивал, не хочешь посмотреть, близко мы или нет? Пожалуйста. Я уж не... вряд ли вспомнишь, обсмотри. Ну вон какой-то где-то вход есть, вон. Я тут ничего не могу. Ну, какая не может разрубить перчатки, которые мне нужны? Я тебя не сдам. Да я тыкал кнопоньки. Ну понятно. А что, если мы спрыгнули, а босс наверху? Хорошая идея. Но это же не ласт все равно. Ласт. Да ну. Может табом попробую взять его в таргет. Хз. Да нет. Просто если бошку поднять, там есть такая штучка, чтобы зайти на эту платформу, и босс походу на этой платформе. Походу где-то куда-то сюда надо идти. Вот где я стою, по-моему, туда надо идти. Думаешь? Я не помню уже. 10 лет не было. Просто тут есть еще рядом проход, и вот какой-то из них-то должен нас наверх привести. Ё-моё. Вон он пишет фаст по-любому там, где я стоял. Там термоштепсель, да, в конце туннеля будет. Не ошибаюсь. Попробуйте таргет термоштепсель, термо метку поставить. Да ладно, у нас тут шаманка жизнь откуда-то. А тут куда? Надо.
Я даже переодеться не могу, потому что мы в бою. Сейчас боя нету? Есть. Где-то моб в текстурах, походу. Если я релокнусь, меня же выкинет из места. Да не парься, зачем? Чтобы палка не бить. Ты что, у тебя жезл есть? Надо баффер найти. Надо пройти этот кошмар. Туннель долгий этот.
Я думаю о том, что будет безумно классно, когда мы будем ходить в ЛРК. Что там можно будет полить шмотки. Главное только пыль докачать. И все. Мы почти дошли еще обратно, так же и изи. Недавно я нашел. Короче, есть такой продукт, арахис. Я его очень люблю. Вот. Но два пути. Либо я не люблю его соленым. Так, люблю, но многого не съешь. Вот. Поэтому у меня был выбор, либо искать нежаренный, либо искать жареный, но не соленый. Нежаренный искать лень и потом готовить придется. Не очень комфортно, удобно. Вот, а несоленого найти очень сложно. Было время, когда он был в одном месте, но пропал. Ну так на разновес что не продается арахис? Нет, он не жареный, я же говорю, он не жареный, мне придется его кидать в этот коробку и жарить стоять. Вот. А тут я обратил внимание, мне кажется, он уже был давно, по сути, наверное. Жареный в кокосовой глазури. Короче, если я перееду, я знаю, что тебе привезти. Вот. Фую. У нас в Москве это много. Не то, что у вас в Нижнем. Нужно подойти подробнее. Опасно. Кстати, никто никогда на вахту не ездил работать. Я после окончания колледжа или во время даже учебы. Нет, скорее всего, после. Это я, наверное, уже в универе учился. Поехали мы с друзьями работать. Я рассказывал тебе, Оль, пробочными альпинистами в Екатеринбург. Привет, Саш. Я не могу поверить, это власть. Тому. Наверное, из-за него был бой, нет? Сейчас посмотрим. Thank you.
Да, на Монорек. А что за хрень? Ну, я не могла глазом. Я покинула группу, чтобы портануть, чтобы почистить сумки. И теперь я не в группе, и я сейчас перекинусь на ближайшее кладбище. Ну, Саша на работе, и поэтому молчит. Я Конечно, жду, когда ты вернешься с работы. у нее сегодня турборежим. Ее рвут на части. Один за всех работает. Мы тоже работаем один за всех, и нам сказали, что типа нам за это доплатят, но нет. Но у меня Все. скоро 4 дня не будет, что я работаю 4 дня подряд. Вау. Скольки рабочий день? По 12. Но один из них я, по-моему, 8 или 9 отработаю. Ну, вот что я на это скажу. Вот этот ваш ритм работы, это ваша молодость. Что не сказал, Так я что тоже не стал давайте-ка настаивать. Думайте, ничего а вам что не делать. 12 часов работать 4 дня подряд, это...